Всем привет. Мы решили нашим девчонкам устроить сюрприз, они растут, и сделать это мы решили с помощью фабрики 38 попугаев. У нас до этого уже была их мебель. Прослужила долгих 5 лет и еще бы простояла больше, но девочки выросли. Им захотелось больше свободы, личного пространства, да и мебель уже повзрослее. Нарисовали дизайн-проект, мы его утвердили. Но результат превзошел все наши ожидания. Получилось действительно круто. Девочки, круто? Да! Теперь точно до свадьбы хватит.